Афиши фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2021» на сцене Димитровградского драмтеатра открыл новый проект коллег из областного центра «Бенефис молодых». Первый спектакль сыграли молодые актеры Ульяновского драмтеатра, исполнители ролей в постановке по мотивам романа Ивана Гончарова «Обломов». Основная часть программы фестиваля будет проходить в городе Димитровграде. Это впервые. Обычно всегда Димитровград приезжал в город Ульяновск. В этом году мы приняли такое решение подарить фестиваль димитровградцам, чтобы у них была возможность увидеть практически все то, что идет на ульяновских сценах здесь дома. Вот такой новый формат. Это даст и нового зрителя, новую реакцию. И наши спектакли здесь посмотрят, и все другие ульяновские театры покажут свои премьеры. Это же замечательно. Город здесь очень любознательный, очень театральный. В течение 7 дней фестиваля региональные профессиональные театры исполнят лучшие премьеры прошедшего года. Победителей в творческих номинациях определит жюри. В его состав вошли представители творческих союзов региона. Возглавил жюри актер театра и кино, мастер сцены Московского театра у Никитских ворот Валерий Шейман. Проведение такого фестиваля является очень важным, очень нужным, я бы сказал, даже героическим поступком. Потому что люди за это время, за время ограничений, были отлучены от театра. Театральные деятели были отлучены от публики. Мы соскучились друг по другу. И я надеюсь, что эта встреча на этом фестивале будет радостной, счастливой и плодотворной. Уже 23 марта в Димитровградском драматическом театре зрители будут приветствовать дебютантов программы «Земский театр рабочего поселка Чердаклы». 24 марта Ульяновский молодежный театр представит на суд зрителей спектакль для всей семьи «Сказку о золотом человеке» по пьесе Владимира Гуркина. Я очень люблю что-нибудь завоевывать, побеждать. Для меня это вызов, для меня это проверка на прочность и для коллектива, и для меня как актера. Для меня это шанс, для меня это опыт. Димитровградский театр-студия «Подиум» примет на своей сцене церемонию закрытия фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей». 27 марта будут оглашены имена лауреатов. В течение всей фестивальной недели онлайн-программа транслируется на сайте и в социальных сетях Ульяновского драматического театра. Ирина Антонова, Улправда ТВ.